Приветствую вас, мои дорогие зрители. Это такой небольшой, как бы экстренный выпуск. Внеплановый ролик. Я сейчас в своем огороде. А почему? Потому что многие очень меня спрашивают сейчас под моими роликами и на этом канале, и на другом канале про барахолки. Все ли у нас в порядке, так как вы слышите в новостях о ситуации в Германии, наводнения и природные катаклизмы. Но, как вы видите, у нас все в порядке. У нас пока все спокойно, слава богу. Хотя у нас степень предупреждения номер 2 объявлена. Речка, вот она там, где вот эти высокие деревья растут, там наша речка. Даже сейчас ее слышно, как она громко журчит. Она довольно-таки высоко поднялась. Но власти говорят нам в данный момент, что все под контролем. Так что будем надеяться, что так оно и есть. Я только что пришла после работы. У нас сегодня суббота, вечер, выходные, много гостей. Можете увидеть, что на той стороне озера, видите, очень много разбито палаточных городков. И люди с караванами, с мобильными домами. Вот, видите, много людей отдыхает. Ой, белка, смотри, сейчас это самое, в забор мне врежешься. Так что, как вы видите, у нас, в принципе, все нормально. Конечно, меня немножко беспокоит мысль, да, что речка поднялась так высоко. Не знаю, попробуем сейчас подойти поближе. Вот. Ну, так что вы видите, да, что у нас все в порядке. Белки. Прилив энергии вечерний. Хотя она тоже со мной весь день проработала в кафе. Со мной и Кристиной. Она работала собакой. При кафе. Попрошайничала. Вот и кое-что получала, конечно, от людей. Вот там какая-то палатка стоит. Хотя это у нас считается нудистский пляж. Наверное, там какие-то нудисты в палатке решили заночевать. Я хотела пройти сюда, к речке, но здесь, смотрите, все заросло. Я, наверное, не пойду. В прошлом году здесь был еще проход. Ну, в этом году уже непролазная из крапива. Я даже с вами ходила, часто снимала с этого пункта, с этого... Ну, отсюда я снимала на речку часто. Но сейчас я не могу пройти. Все заросло крапивой, ежевикой, хмелем. И чертополохом даже я вижу, и лопухом. В общем, короче, не пройти. Но пока все нормально, как я уже сказала. Это вот орех грецкий растет. О, орешки на нем уже растут. Вот. Большое всем спасибо за беспокойство, за заботу о нас, обо мне, моей семье, за ваши вопросы, за пожелания благополучия, добра и счастья. Вам всем я тоже желаю того же самого. Всем вам желаю добра и чтобы все беды обходили вас стороной. Ну, а самое главное, конечно же, желаю вам всем здоровья. Вот, я сейчас пойду отдыхать. Ужинать уже у меня что-то нет сил. Завтра опять у меня рабочий день. Вот, с половины 11 утра. И опять, наверное, так же до 9 вечера. Вот поэтому мои ролики сейчас выходят так редко. Я вот не знаю, сейчас, если я отдохну, может быть, я попробую сделать ролик на завтра. У меня есть ролик, но надо его озвучить. Вот. Сейчас посмотрю, как пойдет, как говорится. Хотелось бы, да, хотя бы один раз
ролик выпускать. Видите, белка энергии. Мне бы ее, половину ее энергии я бы зажгла. Ну ладно. Всем добра. Всего самого доброго. Спасибо за ваши комментарии, за ваши вопросы. У нас все хорошо. И до новых встреч. Пока-пока.